На украинских дорогах станет светлее. С сегодняшнего дня водители обязаны даже днем включать на трассах ближний свет. Нарушителей ждет штраф 425 гривен. Соблюдают ли автолюбители новые правила, знает Дмитрий Кочергин. Водій, увімкни ближнє світло фар, стань помітніше. Такий календар, який сьогодні інспектори ГАІ роздають безплатно, відеопредупреждення. Завтра він буде стоїти 425 гривень. Іменно такий штраф за виключені фари на трасі. С включенным ближним светом круглые сутки водители обязаны ездить с 1 октября до 1 мая на трассах за пределами населенных пунктов. Многие о новшествах не знают. Хочу вас предупредить. Сегодня 1 октября, и вы обязаны до населенного пункта двигаться с включенными осветительными приборами. То есть ближний свет фар, дневные светофары. Сегодня мы ограничились предупреждением. Хорошо, будьте повнимательны. Александр Шевченко за рулем уже более 20 лет. О новом правиле слышал. Говорит, включить свет просто забыл. Есть такая ситуация, когда машины, цвет машины в некоторые периоды времени сливается с асфальтом. И это бывает, ну, чревато авариями. И при включенных свете фар лучше видно машину. С Александром согласны не все водители. Многие считают включенные фары излишеством. Ну, как бы необходимо, да? Ну, возможно, как. Ну и без этого обходились. Некоторые говорят, что их только наоборот слепит фары. Но это не объективно, потому что днем ближний свет фар водителя слепить не может. Александр приехал в гости из России. Говорит, у него на родине водители ездят с включенным светом уже 4 года, причем и в черте города. Отмечает, новые ПДД соседи вводили постепенно. Несколько месяцев владельцам авто лишь растолковывали новшества. И лишь потом начали штрафовать. Нужно на автомате. У кого не предусмотрено, это ДХО. Те садятся, включают. А полицейские наши, тогда еще милиционеры, останавливали, предупреждали уже без санкций просто. Включите, включите. То есть никого не штрафуют, просто проводят разъяснительную работу. Ну и народ, в принципе, ездит с дневными огнями, с ближним светом. Украинские инспекторы не намерены тратить время на разъяснение новых ПДД. Уже с завтрашнего дня за выключенные фары на трассе обещают штрафовать. Дмитрий Кочергин, Александр Шмырев.